Несколько лет назад, когда на экраны вышел фильм «Фрида», мир снова заговорил об удивительной и талантливой художнице Фриде Кало. Ее произведения такие странные и вместе с тем такие прекрасные продолжают будоражить умы исследователей. Она зрителей просто гипнотизирует. В одной из столичных галерей проходит выставка Ирмы Шерикадзе, художницы и фотографа, которая изучала творчество Фриды Кало. Она представила на суд зрителей результат своих изысканий. Галерея Джимджи начала Новый год с открытия международной выставки грузинской художницы Ирмы Шерикадзе. Ее проект «Письма» полон национального колорита. Художница обращается не к собственным корням, а к образу и истории знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Конечно, можно говорить о творчестве Фриды Кало бесконечно. Но я постаралась соприкоснуться с той частью мифа Фриды Кало, которую она делала лично сама, которую она создавала сама. Это ее полотна, ее дневники, ее личные фотографии, интерьер ее голубого дома. «Письма» Ирмы Шерикадзе – это не только авторское восприятие дуализма Фриды Кало, не только отражение эмоционального состояния мексиканской художницы, но и яркое подтверждение тому, что искусство не знает границ. Экспозиция представляет собой фото и видеоработы, изображающие Фриду и ее альтер-эго, сестру-близнеца в пестром национальном костюме. Также на выставке представлены видеоработы, коллекция этнических украшений и фрагменты литературной мистификации писательницы Маки Гугуладзе. По случаю открытия выставки в галерее собрались именитые женщины из разных сфер искусств, которые за круглым столом обсудили свое видение культуры письма. Это тема сознательная и бессознательная в творчестве женщин и письмо как жанр. Среди дискутирующих были замечены Елена Ханга, Ирина Хакамада, Елена Теплицкая, Алла Демидова, Марина Гончаренко и другие. Главная тема для обсуждения, помимо театра, моды, литературы и современного арта, место письма как вида автокоммуникации в жизни женщины. Некоторые участницы признали, что им не часто приходится поговорить по душам на такие темы. Поговорить на темы только в кулуарах, а публично очень редко. С такими женщинами, как Алла Демидова, это праздник, что я сегодня с ней увиделась, это замечательно. После подобных разборов полетов оказалось, что письмо как жанр не успело изжить себя, хотя и трансформировалось под гнетом технологий в цифровой формат. Теперь дневники и записки гнездятся в интернет-блогах, имейлах и постах ЖЖ. Хотя некоторые все-таки предпочитают старый добрый бабушкин способ письменного обращения к себе. У меня каждый день вечером передо мной лист бумаги, на котором я прописываю все, что я сделала сегодня, и вижу, вот здесь вот в этой вот точке в это время была какая-то вот несостыковка. Ее нужно на следующий день исправить, либо исправить через месяц. Арт-чай в приятной компании стал логическим дополнением к выставке Ирмы Шерикадзе. Если вы готовы увидеть Фриду Кало глазами грузинской художницы и фотографа, вам пора навестить галерею Марины Гончаренко. Выставка продлится до 6 марта 2010 года.